Хей, йоги, с вами Шимики, мы продолжаем пройти игру под названием The Adventures Pulse. Так, мы со всеми поговорили, взяли новые задания, поэтому валим отсюда. И давайте, наверное, мы с вами сходим на арену. Сегодня у нас будет... Цветущий сад. Либо какой-то логов. Давайте на арену. Потом в цветущий сад. Тост с кровью на глазах. А, не, 100 ЭП. Надо тогда в магазин зайти перед ареной. Просто я думаю, я не выживу. Крабик. Вот крабик. Портал. Там портал открылся. Подожди, тут 60 стоит банка большая. Давай, если портал у нас открыт, я сразу отправлюсь туда, куда мне надо. Так, сначала сюда. А, так закрытый, вот это... А, это порталы. Это понятненько. По идее, могу туда зайти. Вот, где двери, их, по идее, можно сломать, оказывается. Я могу не считать, а сломать дверь. Походу я обосрался. Мне нужно было до вот этого момента собрать. Хотя я могу 5 кристаллов собрать и принести их сюда. Так ведь? Нужно было до того, как маяк был не сломан. Делать все. Ладно, погнали в магазин тогда. Зайдем, купим пилки дешевые. Подешевле звене, подешевле звене. Хотя я могу прокачать в следующий раз рюкзак и увеличить себе количество мест покупаемых баночек. Так, мы запомнили, большие банки стоят 60. Здесь большие банки стоят 60. В принципе, одинаково. Тогда ладно. Тогда ладно, если она ничем не отличается. Значит, мы думаем с вами на арену. Потом мы пойдем в парк. Так, давай сначала с маленьких начнем, я думаю. Ух ты ж, ё-моё, там пилы и ямы. Хотя я могу со всеми драться на расстоянии. Вау, вау, вау. Вау, 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 вау. Это только первая, у меня уже минус хп. Так, вот этих я первый раз вижу. Ух ты ж, ё. Маленькая са. Испортила мне все. Черепашки. Ух,
там черепашки разносят все подряд. Но видите, они тоже на ловушке падают и умирают. Так, осталась защита. ГГ. ГГ, АГ. Ладно, две бомбы возьмем. Так, тихо, бьем, 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 бьем. Вот, видите, мы сразу ему сломали. Мана тут мясо. Так, ну смотрите, в принципе, у меня одна осталась маленькая хилка. Осталась маленькая хилка. Все? Stickers. Ой, не помню, с какой-то игры. Так, арену мы завершили. Погнали, камешек. Но я тогда не смогу, получается, на 100% это выполнить. А что если к двери просто бомбу прицеплю? Как вариант. Это отсылка у нас на этот... Ой, как он называется? Юрский период. Паник парк. Ого. Видите, они... Фу, хорошо, что он лопнул. Опа, вампиризм. Нахера себе. Или подожди, это увеличенное количество хп у меня. Злой тост. Ай-яй-яй. Ладно. Ну, если что, я запомнил, где хилка и тут. Ага, запомнил. Мне видимость убирают. Если что, мне убирают видимость. Ну так у меня все равно этот отхил. Ладно. Пока отхилом поработаем. Щет. Интересно, за вот этих немного тут? А-а-а. Ну, мне кажется, их тут одинаково. Ух ты! Вот это уже можно сказать, да, им нас спрятали, как спрятали. Спрятали, так спрятали. Так, кексика мне еще не хватает одного.
Ух, забываю. Кексик. Коробки. О, это что-то новенькое. Вот это что-то новенькое. Дикобраза. Ну блин. Тут, походу, будут только большие хилки падать. Логично, что мне сюда, значит, я полезу наверх. Монетки. Окей. О, вот это вот было плохо. Это очень было сейчас плохо. Этот лазер, он тоже довольно херовый для меня. Лучше не шутить. Ух, пронесло. Сейчас бы почти хп не ослабил себе я. Хром-хром. Хром-хром. Так, сейчас подождите, мне быстренько нужно одну вещь посмотреть. Да, все идет хорошо. Да. Вот зараза, опять, видите, он крадет мои деньги. Он крадет мои деньги и убегает. Так, окей, успел запрыгнуть. Готово, успел, все убил. Хил не потратил. Это типа как тосты выглядят внутри, да? Да, есть один шарик опыта. Так. Ого. А, это как те были тукаса. Ну ладно. Интересно, от всех мелких я хилюсь? Туда потом пойдем. Готово. Кексик. Так, ну нам только кекс осталось найти, потому что эти я уже все нашел. О, нет, тихо. За опытом нужно спуститься. Пойди до конца этого уровня, я смогу себе еще апнуть. Левел. А что за знак был? Ш типа они не знают, что произошло? За них хил не дали. А здоровяк, видите, не может запрыгнуть. Он все равно умер. Так, а здесь нужно немного подумать. Ну, в плане того, нужно успеть.
Ага. Добро. Видите, я тут самоуничтожился. Двоих убил. Отличненько. Ага, я за котиком сюда пришел. Нифига себе. Это неплохо. Это неплохо. Может даже я... Хотя кто знает. Кто может знать? Так, котик, давай ложись. Забираем кексик. И валим. Так, у меня уже 13 уровень, если так посмотреть на это все. Так, хорошо, Палс. Кип, посмотрим ее глаза пеленой. Мелвин ожидает критического деструкции. Так, он... Так он выполнил задание Escape. Они... Фантастия иногда раунд обновляют. Раунд. Я удаюсь. Какой черт ты меня траванул? Так они травят довольно сильно. Так даже не довольно сильно, а нихера сильно. У меня, считай, уже хилки нету. Ну, дешманский, конечно. Так, бочку, я думаю, лучше оставить. Хотя... Не, бочку я оставлю. Вот таких я люблю убивать, которые просто там цепная реакция идет. Ага, думал успешнее ударить, нифига. Так, давай быстрее левелапайся, либо меня восстановить. Ладно, мне помог автохил. Кексик я так и не нашел. Ого, фейерверки! Я бы закончил, но мне нужен кексик. А кексик только в одном месте. Так, остается еще. Спасибо. Блин, я думал, он только хилу будет приносить. Ну, лучше бы он только хилку приносил. Так, я вижу рубин.
Вот, вот так, видите, как можно наверх залазить? А вот здесь уже так не сделаешь. О, так тут была продумка, что сюда можно запрыгнуть. Ну вот. No bad. А, ты все-таки пришел, everyone, иногда... Саш, firework, что-то огни, ну типа факела. Ю, тебе десерт. А, все свечки, или все света, и мышки дают мне сник, убежище от всех снейк-любителей. Теперь I'm free. Теперь я свободен. Факела мой большой Мелвин. Иногда Invaders Explosive. Я все это есть. А теперь я наконец-то могу быть облегчить себя. Книга about тебе ребенок, парень. И his trusty pals. Я думаю, я call it квест друзей. Герой Чамса. Он, я думаю, better title letter на листе. Ну ладно. Понимаете, слизень, он все равно успеет меня атаковать. Как бы то ни было, слизень может успеть меня атаковать. Побежали. Просто. Блин, вот это мне не нравится, то, что они по мне стреляют. Ну, левелап все равно. Да, камешек, пускай он защищает меня хоть от каких-то стрел. Смотрите, меч как улучшился. Я не понимаю, вот меч у меня как-то улучшается. А я мог типа... Ауч. Я мог бы просто напасть. Ёлки-палки. А, да уж. Они так и хотят, чтобы я все-таки себе испоганил. Так, давайте наверх. Котейку мы возьмем. И пойдем отсюда. Котеек, ложись. Так, а что наверху может быть? Ага, пойдем типа оттуда. Я не хотел на шипы садиться. Так, ну я собрал все. А что я в этой хотя бы серии сделал, типа? Ничего, да? Можем тогда сразу в следующую локацию пойти. Или лучше закупиться. Давайте по-быстрому, наверное, закупимся и... А тут же только такие. Забыл.
принципе. Ладно, погнали. Будет серия на 40 минут, так пускай будет на 40 минут. Готово. Сразу же. Сразу же. Ладно, я хотя бы отхиливаюсь. И меня еще шипы задавили. Босс. Very good. Чизет. Серьезно? Джи. Меня всякие динамики взрывают. Точно, я ж в какой-то серии там уже это проверял. Ну давай так. Чего мне терять? О, что-то новое. Огненный урон. Что-то новенькое. Бежим, бежим. Подожди, а можно туда? Ага. Может, туда можно как-то наверх попасть? Походу, можно. Ну, нет. Или нельзя? Ладно. Готова сосисочка. Готовая сосисочка. Хоп, 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 хоп. Да, за каждый удар отнимается по одному пламени. Странный куст. Странный куст. Окей. А. Хай. Так, у меня остался только обычный такой хил. Бац, 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 бац. Я сразу рассматриваю территорию, где что может быть. Так, кексик. Кексик мой тут. А где может быть... этот... Стикерс. Стикерс, стикерс, стикерс. Так, 30 минут, мы как раз уже 2 прошли.
И может даже слушать, я с вами как раз по времени успеваю, типа, ну, в плане того, по какому времени. По времени, где мы с вами... Блин, нужно было с ними все-таки сразиться. Вообще, о чем я говорю? Я что-то начинаю это забываться. Лучше б я их, короче, атаковал. Я вот это даже говорил. Чтобы опыт получить хоть какой-нибудь. И где находится стикер? Ага, вижу. Выглядит... Посмотри сюда, Sparkles, это Mindframe. Должен World B. Пал. Айкин, я не могу поверить, я должен 25 лет и today. И это мой последний день для смены. Я не могу видеть мою семью again снова, потому что долгое время я ничего не мог поделать. О, неужто? Что цены? Интересно, выглядит любимым леди Парклса. Энхилл Самвэр Кэл. Что-то тут там. Оу. Чёрт. Он должен был триггерить время. Мейк может нравиться дереву. И чему-то еще. А, я понял. Подожди, у меня получается сколько? 10 минут? Мне нужно это как-то дверь открыть. И очень срочно. По-любому мне все равно обратно потом бежать. Прикол в чем? Подожди, или вы хотите сказать, я должен за это время пройти все остальные уровни? Я правильно понимаю? Если да, это херово. Тогда я какое-то уже количество времени упустил. Блин, а... Я так стикеры не нашел. 8 минут на 2 уровня, да? Давай попробуем. Серьезно? Ладно, бежим. Дальше, дальше, дальше. Активируем. Это я не знаю что, но я иду сюда. Рычаг, я где-то там что-то активировал.
Ага, кексик. Монетки. Бежим, 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 бежим. Времени не так уж много, на самом деле. Неважно, неважно, бежим, бежим, бежим. Level up. Так, level up. King Animals to drop. Открыть Temple will break, so play musical loot. Больше, больше портфеля. Я стикер не нашел. Так, у меня есть 5 минут, чтобы добежать быстро до следующей зоны. Стикер. Да, конечно. Сразу защиту. Она на время. Вон оно что. Какого черта ты уехал без меня? Мне стикер. Где стикер взять? Ну, чисто против меня работает, понимаете? Давай, давай. Побежали вправо. Или влево. Ладно, вправо. О, все, вижу пакетик. Пакетик вижу, пакетик вижу. Аса, хочешь меня дать или тебе быстрее? Ах ты, зараза. Как же время мое тянет. Ладно, плевать. Хил. Я ж одну банку хила, да? Использовал зря, ладно. Как же я ненавижу это. Ладно, 3 минуты у меня есть. 3 минуты у меня есть. Так, нормально, нормально. Вообще, посрать. Просто бежим. Я не заметил. Я думал, это трос, по которому кататься. А, наплевать. Ладно, живу. 2 минуты. Так, мне вниз. Стикеры. И... Тостик. Ах, ты ж ел. Готово. Ух. Ладненько, давайте тогда мы с вами на этом...
закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.